Вот согласно статистике за 2012 год, популярными именами мальчиков стали Рамазан, Никита, Чингиз, Даниил, Тимур, Кирилл, Амир, Арслан, Оскар. Для девочек Алина, Дарья, Камила, Мария, Аделина, Анастасия, Ясмина, Амина. Редкими именами считаются Айна, Анфиса, Юлдаш, Матвей, Асиль, Аглая, Мустафа, Зайнаб, Петр, Адиль и Байрас. Вы знаете, насколько мне кажется, существует тенденция к возвращению к древним именам, к национальным древним именам. Там будут то башкирские, татарские, русские, неважно. У вас есть подтверждение этому? Ну, судя по тому, что вы перечислили, в общем-то, есть, да, такая тенденция? Однозначно можно заявить, что в последнее время родители более осознанно подходят к выбору имени ребенка. Имена сейчас носят такие красивые окраски, благозвучные. Нет вот таких редких имен, прям, которые вызывали бы чувство удивления там, или усмешки. Поэтому есть, конечно, категории родителей, которые стараются как бы вернуться к традициям, называют более такими древними красивыми именами. Есть и родители, которые называют более современными такими именами.